Всем привет! 20 сентября, понедельник. У нас лето. Сейчас сняла Знаете, что сейчас сняла? Вот эту вот кучу навалила вчера, чтобы гнило. Вот это у меня балкон. Там на втором этаже, на мансарде, живет, я думаю, куница. Я про нее уже рассказывала в каком-то видео. Мы с Ваней ее видели. Она тут... Один раз Ваня видел, один раз я. И сейчас вот я пошла там мусор накрыть от дождя. И увидела, он, Бася к ней идет. Увидела, подумала, что котенок дохлый. Потом подумала, что делает под балконом, как он там взялся. А потом подумала, что это куница, думаю, может быть, это родила детенышей и дохлого сбросила. А сейчас подошла, палкой пошевелила и все-таки разглядела, что это крыса. Мне показалось сначала, что хвост длинный был шерстяной. А сейчас разглядела хорошо, когда повернула, видно, что и морда крысиная, и хвост лысый, как у крысы. Противная, конечно. Странно, почему она валяется, почему ее коты не съели. Вот поэтому я еще подумала, что, может быть, это куница. Не знаю, почему она валяется, не съеденная котами. Так, у нас вчера был дождик несколько раз. Ну, раза три, наверное, начинался. А вообще тепло. Ночью прохладно, до 10 градусов. А днем 25 точно есть. Ничего пока сильно осеннего не делаю. Басенька, солнце мое! Я ж на тебя наступлю! Кобыла. Бася, ты радуешься, что мама вышла на улицу? Ты радуешься? Ваня уехал по делам. Да, ничего осеннего пока не делаю. Тыквы лежат, зреют. Ну, половину я собрала, в сарай отнесла. А вот эту часть еще не трогала. Сейчас это все подсохнет. Сейчас временное, как бы сказали, что в Крым пришла осень. Временное похолодание. Ну, вроде как на несколько дней. Бася кусает ноги. Ты радуешься, что мама вышла на улицу. Ты радуешься. У тебя босые ноги грязные. Сейчас я это, до колен буду грязная вся. Вот осенний вид огорода. Ходила тут по улице к знакомым и увидела, что ну, или вишня, или черешня зацвела. Цветут цветочки. Поговорила со знакомой, говорю, наверное, это будет... А вот лещина, почки выбросила, которые как вот весной бывает. Говорю, наверное, будет длинное лето, теплое, или теплая длинная осень. Она говорит, нет, это потому что много влаги в земле. Сейчас могут все начать цвести. Виноградик лезет свеженький. Бася! Посмотри, что сделала. Ты посмотри, мама грязная. Ты зачем маму кусаешь и царапаешь ногтями, а? Зачем ты маму трогаешь? Скажи. Скажи, как тебе не стыдно? Как тебе не стыдно? Посмотри, маму вымазала. Сама вся грязная, и маму вымазала. Уйди. Уйди, сказала. Уйди, сказала. Получишь. Получишь. Дурочка. Ребенок. Ребенок. И играть надо. Бася. Вон на петуха лучше полай.
Петух кукарекает. Вон еще один. Вот так. Ой, хорошо. Сегодня понедельник. Вчера был последний день голосования. Ждем результаты. Интересно, что же будет. Хотя я думаю, что, конечно, все знают, какой будет результат. Бась! Наступила на Басю. Баська! Баська моя! Баська моя! Кто крысу задушил? Это не ты крысу задушила, которая там валяется? Ну, смотри, что делает. Смотри, что делает. Смотри, что делает этот ребенок. Освоилась, бегает по всему участку. Привезли ее. Ну, сколько ей уже, наверное, почти месяц, наверное, как мы ее привезли. Ну, недели три, наверное. Бася! Отстань. Легла там и лежи на травке. И лежи. И не трогай маму. Получишь. Получишь. Молодец. Молодец. Послушная девочка. Послушная девочка. Ой, молодец какая. Ой. Гераньки еще долго будут. Сейчас я их обрезала. Длинные отрезала, детенышей посадила в эти. Это я так клубнику размножаю, пытаюсь. Клубнику еще не обрабатывала. Это у меня лук китайский называется. Он очень полезный. Вот два детеныша, три детеныша рядом выросли. Его режешь кусочками и настойку делать, и мазать колени, суставы. Делаем с мужем разные настойки, кто бы еще мазал бы. Отцветшие розы надо обязательно срывать, потому что если не срывать, они превратятся в семена, вот это вот цветочек, и куст розы может переродиться в шиповник. Ну, станет такой вот с мелкими цветами. Вот. Ой. Так хожу, постоянно обрываю. Вот эту можно оборвать. Сейчас после дождей розы заколосятся. Да, вот именно вот эту вот оторвать. Вот эту вот нужно сорвать. Клубника моя. Ой, клубника. Каждую осень говорю себе, все, больше клубникой заниматься не буду. Ее, чтобы поддерживать в живом состоянии, ее нужно поливать круглогодично практически здесь у нас. А осенью уже поливать ничего не хочется. Но вот, на счастье, вчера дождик прошел. Так, сейчас розочки кину в мангал. Курочки накормленные. Ой, ой, бежит, бежит. Любимая жена Пети. Бедная вся, бедная, в шрамах, лысая. Но она несет редко, но метко, очень большие яйца. Вон она с яйцом ходит. К Пете пошла. Бедная.
хорошо на улице. Всем пока. Просто так сняла.